Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня битва гильдий. Первая битва гильдий на Сардевке, также битва гильдий на Китайке, на US-ке. И мы начнем оттуда, а потом будем переходить на Сардельку. Сарделька, наверное, будет длиннее всех, поэтому поехали. Сразу пробежим US-ку и Китайку. Посмотрим, что у нас получится, а потом будем долго и мучительно мучить русский сервер. И я не знаю, чем там закончится битва гильдий с моими героями, но думаю, будет интересно. Во всяком случае, это первая БГ, главное не слиться, набрать максимум, что можно. Возможно, лучше будет даже слив делать на топе, ну посмотрим. Надо будет качать питомцев. Такс. Конкурс, напоминаю, конкурс на Огника вечером. Запущу стримчик, буду играть в метро, проходить либо какую-то другую игру, либо танки. И там будем уже решивать по полной. Так, окей. Let's go. Что там у нас по БГ? Они еще празднуют или уже закончили праздники? 590. Неплохо. 540, 560. Поехали, посмотрим. Понятно все. Они празднуют, продолжают. Продолжают свои празднования. Это, в принципе, радует, то, что мы здесь долго не засидимся. Так, есть первый. Смотрим дальше. Ну, тут, в принципе, можно любых бить. Так, проехать сюда бьем. О! Этот готов. Ну что, сделаем шанс слива минимальный. Попробуем. Сейчас, а то у меня герои вообще раздеты. Так. То есть, что это за состав у меня на битве гильдии? Дедаба. Так, берем руньку. Так, а где мой Роня? Не понял. А, это ж вообще не тот сервер. Так, в поисках Ронина, вот он. Так, где наш ожог? Восьмой есть. Отлично. Так, Ронин готов, все на это, я бегал на это, видимо, на архи или куда. Какой состав поставил. Интересно, послевались или нет. Так, и берем сюда Огника. Я думаю, нам этого вполне должно хватить. Цепом, все, поехали. Let's go. Так, что у нас получается? Так, запускаем сверху Лизулю. Отсюда Ронина. Где-то отсюда Огника. В принципе, неплохо. Как видите, уже результат есть. 21%. Ну, отлично, Фрая включилась. Без проблем. Вот и вся битва гильдии, ребят. Все ваши расстановки, это все фигня. Все проходится при определенных героях налегке. Так, отсюда этого пускаем. Ну, в принципе, отлично. Сейчас подлетит поближе. Вот, смотрите. Одна ледяха набрала больше половины. Что еще надо? Ну и все, и дальше Вонг уже добивает вместе с Ромином. Так, ледяху потеряли. Печаль, беда. Oh,
Так, отлично, есть. И еще одна попытка у нас 548. Ожидание и реальность. Вот так назовем этот видосик. Посмотрим, какая реальность и какие ожидания будут от сардельки. Так, отлично. Что у нас по БГ получилось? 6692. Неплохо. Так, окей. С этим разобрались. Поехали на US-ку. На US-ку. Шатать топов. Топов с US-ки. Тут повеселее битва гильдии, чем на других серверах. Так, окей. Делаем то же самое, чтобы быстренько это все затащить. Берем нашего Ронина. Так. Пен. У меня они римочные. То есть вот этот состав, я не знаю, что надо, чтобы им уже не разбить здание все. Я уже, в принципе, не раз показывал, я уже трешивал даже. Все равно очень проблемно слиться. Так. Вообще что-то печально, 4 человека всего убили. Ну, видимо, еще не ходят. А, так, 300, 560, 456, 450, 550. Короче, 500-ки есть. Ого, а что это он за раз-то такую сделал, мега крутую. Так ведь можно через фрейю свободно посливать всех. Жесть, конечно. Смысл такой раз, ты не пойму. Что-то он походу перемудрил, или это он без донатов сделал. Даже собачка за окном завыла. Не, ну это вообще печально. Не знаю, что... А, может он волны проходит. Может еще такое быть, кстати. Это, конечно, я зря сделал. Вдруг сейчас только хлоп и сольют. Овника, это будет, конечно, печаль. Так, отлично. Аж собака завелась за окном. Нет, это, походу, у них у всех такие расты. Странно. Нафига Фрейд тут ставить? Или я что-то не знаю, или он, скорее всего, проходит. Хотя тогда бы внутри были бы гарнизоны полные. Странно. Ну, скорее всего, это раста на этот. На волну. Так, пробуем слить сразу же Фрейю. У меня, кстати, нет отхила. И это очень печально, если мы сейчас Фрейю не убьем. Она нас ушатает. Вполне, кстати, может быть. Посмотрите, я Фрейю практически не убиваю, офигеть. Так что, ребятушки, шанс слива, как обычно. Ну, самое главное, чтобы огник не слился. Там уже дальше как пойдет. Реса у нас нет. А, все, у него отхила уже нет. Да, тут у него уже вариантов не особо будет. Видите? 1700, нифига себе. А мы сделаем сегодня новый рекорд. Такс. Есть. Поехали следующий. 560. Тут у него интересного. Опять же, та же самая раста, запускаем сюда Ронина. А сюда Феникса. Вот смотрите, 26%. Отсюда запускаем Огника. 55.
Вот тыковка. 94 сразу 100. Вообще жесть. 1740. Такс. А тут вообще нету этой. Странно. Значит, пробуем через хроно забежать. Интересно, кстати, будет посмотреть. Ну, кстати, смотрите, какой неплохой вариант. Словили молчанку плюс понижение. Ну, Огник, давай, тащи. Ну, кстати, мог слить. Ну, сольете Огника или нет? Не смог рунд, но практически. Так, ладно, запускаем этого отсюда. Не будем терять время. Все, 100% есть. Такс. 6900, блин. За 4 попытки больше, чем там за 5. Офигеть. Так, 5-5. 456. 452. Все, 447. Значит, тут еще одну убьем. Да, за ребят тут, конечно, печально все. Может, просто всех выпускать, наверное. Да, тут даже не вкачаны, хотя странно очень, он даже не качает, он даже хотя бы первые вкачал там или четвертые. Прорывы. Это вообще печаль. Так, и того, что мы имеем, 8585. Вот такой вот результат здесь. И поехали трэшевать. Сейчас будет самый трэш. Самое интересное, это будет битва гильдий на Сардельке. Питомцы здесь не прокачаны. Я даже не знаю, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Улыбаемся и пройдем каких-то без расстановки там, я не знаю. Так, окей. Мясокомбинат. 40 тысяч, самые ближайшие 22, 17, понятно. Поехали, смотрим. 310. Показываю просто, как сливаются герои на сардельке, смотрите. Сейчас просто минус 2, минус 2 от стрелка, минус 2, и следующий заход опять сейчас минус 2. Все, и героев просто нет, но нету смысла бить там таких топов, тем более у всех фрей есть стрелки, то есть надо искать минималку какую-то для себя. Вот вроде тут казалось бы неплохо, все, есть Анубис вижу, и Анубис с водушкой скорее всего. Да, тут мы тоже ничего не сделаем. Так. Печаль, ребят. Смотрю на это все и печально становится. Так, что тут у нас? В принципе, тут как вариант можно попробовать. Но опять же, не факт. Сейчас попробую ворожаем. Наверное, зацепят сейчас всех. Паста, в принципе, неплохая, да, видите, без варианта. В общем, ищем нуба и смотрим на реальность, какую Сардали заберет. Но это, в принципе, первая битва гильдии, поэтому тут особо я к ней не готов и не готовился, не качал. Мы быстренько создали героев. Так, готов. Тут опять же стрелок водушка, но это нереально для меня. 35. Там есть стрелок, там печаль. Ронина бы, конечно, мне сюда. Такс. О, это что-то ближе уже ко мне. Но тут есть этот.
Малышник. Чувство, когда выбираешь противника и ужасаешься этому всему. Так, тут сыграет с эволюциями череп. Ну, можно попробовать, в принципе. Можно попробовать вот так сделать. Запустить, а тут тыковка разогнаться как вариант. А тут бугимен просто ушатает всех. Без вариантов. Просто без вариантов. Вроде, казалось бы, раста тоже не особо сложная. Можно попробовать питомцами пройти, но опять же рискованно. Так, тут уже 50-ки пошли. Короче, просмотрели полностью всю первую гильдию, сделали им рекламу и пошли дальше. Так, стрелок. Опять стрелок. То чувство, когда ты аккаунтом там 15 косил и пытаешься что-то сделать против аккаунта 200. Так, окей. Так, тут 255. Ну, интересно, за мелкого сколько дадут? 137. Так, давайте будем искать соток, наверное. А вдруг где-то повезет? Так, ну вот вроде ничего так. Можно попробовать. Автопрокером не наблюдаю. Ну, кроме Махатмы, конечно же. Да, у них, блин, там больше этого. Если такое разогнать, попробовать, будет больше урон. Но все равно я их не пробью. Нет, это не вариант. Так, можно попробовать потрешивать, но я не хочу первую битву гильдии сливать. Плохая традиция. Так. Что ж делать? Атланта, к сожалению, у меня ремочного нет. Был бы ремочный атлант, было бы повеселей. Блин, где вы этих героев понабирали? В общем, ребят, надо искать золотую середину. И не сильно прокачанных. Так, там Фрейя есть, в принципе, неплохой вариант. Лазуля, 165-я, Финка. И быстро. Быстро в поиск героев. Так, ну тут... Блин, тут стрелок есть. Да, теперь я понимаю, без донатов. Так. Ну что, трешанем, попробуем. Попробуем сейчас разогнать, посмотреть. Не, малышник. Сразу же минуснул всех. Жесть. Или там буги, наверное, скорее всего. В общем, то чувство, когда ты выше себя там на пару тысяч, ну, надо качать героев однозначно, да хотя бы эволюцию первую поделать, тогда сможем ждать топов. Пока без вариантов, без ары, без этого ничего не светит. Так, Фрейя. Фрейя стрелок — это сразу же минус. Либо любой автопрокер с воодушевлением. Сразу же минус все мои герои. Вот смотрите, даже так сейчас запустим, через выражая вражеского. Сразу минуснули всех. То есть не вариант. Так, дед. 6. Да. Ну,
или вариант питомцами пробовать мучить. Так, ровно. Не, ну вас нафиг, ребят. Я лучше в два раза больше себя силой кого-то убью, чем я сольюсь. Так, нет. Так, что тут у нас Риббит? Ну, тут вот можно, думаю, попробовать. Как вариант. Может, зайдет. Сейчас тыковку и всех вот так выпустим. Я надеюсь, у него там нету смотрителя, чтобы тыковка нам дала максимальный разброс. В общем, ребята, первый наш слив. Он слива минимальный. Так, немножко не так надо. Надо, чтобы тыковка по центру взяла разгончик. А потом всех со стороны выкинет. Так, не беги, не беги туда. Ай. Стрёмно, короче. Ну его нафиг. Такс. Видите, как сложно, блин, как сложно выбрать противника для себя. Слиться не хочешь. Пройти хочется. Так, тут, блин, одер. Так, если мы тыковку запустим сюда, чтобы она разогнала по максимуму. Мы попробуем. Может, не надо было и тыкву прокачивать. Не вариант. Вообще не вариант. Это ужасно. Смотришь, блин, у людей тут такие аккаунты, аж страшно становится. Как мне дальше играть без доната? Жизнь, боль. Так. Была, не была. Вот это, в принципе, раста моя. Блин, надо Купидона, наверное, сюда брать. Ю-ху, ребята, наш первый слив. Ой, давайте. Сука, слились. 107. Ну чё, можете меня поздравить. Первый слив готов. Так, окей, будем их так резать. Потрачу я немножко самики, я не хочу резать потом видосы, вот это все ждать. В общем, можете поздравить, ребят. Первый слив есть. Ну, в принципе, это нормально. Может, в таком случае лучше бить просто топов каких-то. Хотя там мои герои в салюты даже там не пройду дальше. Поехали в конец. Что-то с артеля. Взорвалось. Так, не то. Мы вернемся скоро. О, тут можно выбрать, кстати, нормально. Да, каждый герой на эволюции уже совсем другое дело. Сидишь такой, блин, и полчаса выбираешь только на кого напасть. Жесть. Но тут, я думаю, мы хоть затащим уже. Жесть. Только один дрейк стоит. Так, ну попробую еще разок разогнать. Мало ли, вдруг зайдет.
Смотрите, один Дрейк просто ушатал. Ну вот как воевать? Придется только вариант через питомцев пробовать, так чтобы смотрителей не дергать. Больше вариантов я пока, к сожалению, не вижу. Чисто пэтами сливать. Надо, конечно же, скиллы героям прокачать. В общем, есть работы. Так, Рунин. Эко, Бигфу. Ну, это жесть. Идем на убийство, ребят. На свое убийство. Посмотрите. Это жесть, это ужас. Просто тупо Сарделя отхватывает от всех. О, тут вроде как бы интересно. Командора, да, конечно. Нормальная раста такая, вроде несложная. Будем ждать следующий БГ. К следующей БГ мы уже подготовимся. Нифига, вообще печаль. Блин, реально, хоть бери питомцами проходи. Нифига. Сардаля пока. Пробная БГ. Так, вот это вроде наше все. Вот тут можно трешевать. Давайте так и всех сюда на паладина. Ух ты, нифига себе, здесь еще Фрэнки где-то есть. А, нет, это скорее всего было. Но тут мы должны затащить. Я надеюсь на это, потому что если они сольются, это, конечно, будет жестко. Е, ребята, изи. Вот такие раста надо искать. Вот это как вариант, знаете, для такого аккаунта через тыковку разгонять. 148. Ну, в принципе, неплохо. Грех жаловаться. Так. ПБшка. Можно, в принципе, попробовать сюда. Всех здесь кинуть. Если получится, конечно же. Но тут тоже можно сейчас так влипнуть. Так хорошенько слиться. Да, так оно и будет. Против ПБшки это Unreal. Так. Стрелок. Вот тут, в принципе, можно. Так, опять же, разгоняемся. Ебой. Хорош, хорош. Эй! Ты чё, блин? Обидно, смотрите, осталась тыковка и этот. Так, ладно, второй заходик. В принципе, нормально, не набираем там особо много. Так, подхил дали. Отлично, давай, тыковка, разгончик. Надо, конечно же, смотрителей качать. Так. Ёперный. А, все, гуд. Рину потеряли только. Отлично. Я уже думал, нифига себе, сейчас еще один слив. И мое сердце просто не выдержит. Но нифига, Сарделя. Сарделя не сдается. Будем по чуть-чуть, постепенно, то есть будем вырабатывать тактики, ребят, будем проходить. Ну, вариантов, я не знаю, варианты есть, конечно, но я прохожу, как видите, без питомцев. Я не пробую их, но с ними будет намного полегче, конечно же, выбивать здания. Но для этого надо нормальный подхил сделать. Ну и, конечно, бы неплохо было бы Ронина, либо Фрей. Но пока делаем то, что можем. 146. Жесть, как глухо все. Давайте что-то тут поищем. Да, надо делать первую эволюцию. В общем, будем делать героев под БГ. Тоже качать постепенно. Вроде смотришь, блин, такая сила маленькая. А хрен там. Бы хотя бы Анубис было бы попроще. Либо та же самая Фрея. А так у нас
Трэш-контент получается. Так, нет, тут я не затащу. Тут интересная, конечно, раста, но тоже не затащу. Без варианта. Заманчиво, но не надо. Мы на таких уже слились. Ищем тридцатки, это и так в два раза сильнее, чем мой. Да, но на дорогатку, наверное, надо тоже качнуть. Так, Фрейя. Фрейя, говорим мы сразу до свидания. Так, что у нас тут? Капидон, Одер. Тоже выражение есть, не, не вариант. Думаю, тут повеселее должно быть, ребята. Так, нет. Жесть, полчаса выбираешь, блин, противника себе. Ну, хотя я вам показываю, как оно в реальности есть, как без донату, наверное, я для себя вижу. Как без донату сложно найти какого-то противника, и особенно с начального аккаунта, то есть сразу видно, насколько сложно подобрать. Так, мы этих уже смотрели, да? Значит, смотрим дальше. Купидон, укротитель, заклинательница. Блин, тут Макдуха, конечно, может нас сейчас просто нахрен вынести. Ну, пробуем. Не вариант. Next. Блин, о, вот это красава. Вот это красавчик, ребята. Это действительно, что красавчик. Вот такие расты надо ставить. MVP, ты просто красавчик. Ты чуть меня только что не слил. Тут сейчас башня, блин, стрелковая нас просто вышатает. Ну, если бы не тыковка, я не знаю, было бы, наверное, еще проблемнее. Вариантов немного. Либо качать питомцев. В принципе, без доната, кто давно играет, там даже мелкая сила, у них питомцы прокачаны намного лучше, чем мои. У меня, как видите, первого уровня. Ими бегать. Ну, и Ронин. Ну, обычная тактика для без доната, в принципе. Такс. Жесть. Если я там прохожу за 5 минут, то здесь я трачу полчаса для выбора противника. И то не факт, что я его затащу. Вот это, ребят, начинается. Вот это самая настоящая жизнь без доната. Так, окей. Резаем тыковку. Нет, это не вариант. Надо, видите, надо Атлант откачать тоже ремочного. Это было бы вообще идеально. Так, ну тут можно попробовать, конечно же. Разогнаться на черепе. Как вариант. Сейчас попробую. Если зайдет, конечно же. А сейчас тут может ведьма с одной этой шлепнуть. Либо Дед Мороз. Оно сейчас так, ребята, и будет. Ну, нет, 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 не надо. Уйдите от ведьмы.
Красава, ворожей просто красава. Череп, давай, 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 давай. Красавчики. Ух. Все, ребят, 682, блин. Я не знаю там сколько. 15 раз меньше, чем на других аккаунтах. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Такая вот битва гильдий. Это трешово, да, это сливы, да, это весело. Вот ты смотришь на это, и тебе весело, потому что ты понимаешь, что у тебя там есть основы, на которых ты просто шатаешь всех. А тут ты ничего сделать не можешь, ты стараешься найти какой-то выход. И мы их будем искать обязательно в следующие разы. Я буду уже подкачивать героев под БГ. Как видите, первый блин комом. Был у нас, как обычно, шанс слива. Но это такое, это в этом и весь прикол и кайф. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки ставьте, репостики. Смотрим, на каком мы месте на сардельке. Наверное, на последнем. Не, ничего себе. Я еще даже справился неплохо. Ну, это сила, это не показатель. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, все дела, всем удачи, всем пока.